Друзья мои, мы находимся на студии двух барабанщиков «Суперстудия». И сегодня мы записываем песню, которая посвящена Ронни Джеймсу. Дио! Йоу! Хэви метал! Мы любим Дио. Жив! Жив! Поверьте, вот поверьте нам! Поверьте нам! Голос магический голос! Где мы? В Мариуполе? Работаем. Голос, магический голос, вдаль уносящий меня, и сумасшедшее соло, звук на разрыв уходящего дня. Звук на разрыв надоевшего дня. Да. Ну давай попробую. Сейчас просто не думал над этим. Звук на разрыв надоевшего дня. Чуть-чуть там нет, залил какую-то фразу, а так хорошо. Залил? Скрывался от себя и от свободы престолов. Престолов не перебрутарили? Уставятся черные болотные воды. Вообще зарычал, вообще. Страшно становится. Адам и дьявол. Адам и дьявол не попал. Рок-н-ролл! Ну что, Андрюх, скажешь? Там Санек, он рок-н-ролл! Вот так нельзя. Андрюх, а можешь послушать еще раз? Сашу хорошо. Не. Рок-н-ролл! Че, фигово, Андрюх? Я думаю, Лёк, лучше тебя один пару раз написать. Звук! Слишком? Ну и чего? Слишком по-футбольному? Тихо. У нас, короче, получается звук, вот чтобы вот а это вот, звук, то есть, не торопитесь с синдой, прям звук, чтобы именно у, да, зв, звенит звонарь, что-то там, звоню свою, там, все, все. Звони, все. Поехали. Тихо. Давай, Андрюх. Звук! Отлично, 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 это нормально. Звук! Все. Все. Не дают покайфовать потом нам проигрыш. Еще чуток остался. Чуть что еще надо? Еще? Радость нам. Там, короче, кто-то звонит тебе. Там, Стас. Это Стасик где-то шарит. Что это у нас? Вот. Фоточки. Фотоотчет, а. Вот посмотри на меня. А потом все увидят, что на самом деле гитара уже была прописана, и только после этого... Блин, значит, ее надо ударить тогда. То же самое дело и с барабанами. Давай, барабаны вот там стоят, но они же давно прописаны. Вы верьте, что ты готов, Владимир Жильцов писал, ты точно готов? Писал гитару в такой позе. Мы не сторонники меди. Мы не сторонники разбоя. А Алексей Булгаков, прирожденный фотограф. Пойдет? Кто бы мог подумать? Да, ништяк. Ну, можешь еще наехать на меня, чтобы не... просто вот комик и я. Вот, на самом деле тот кадр клевый. Один из уходящих королей. Все записано. В скором времени вы ее услышите. Спасибо вам, друзья. Неплохой, очень хороший. Оставайтесь с ними. Мелитополь, где вы? А мастеринг мы будем делать в Киргизии, потому что там дешевле. В Таджикистане. Да.
А мы еще держим. Голосящий меня. Все, выходите, иначе вы разнесете.